Я вот одного не понимаю, вот. Что нам нужно сделать для того, чтобы пройти вторую часть вот этого квеста? Тут можно удаленно сдавать квесты. Ну так, ты имел Я в виду не знал. Сэнд Репорт, что ли? Я тебе давно про это, да, наверное, говорил. Так это не удаленное, оно так. Черт, я прослушал. Тик-так это. Нет, как бы квест заканчивается, а это просто награда. Там еще награду можно выбирать из трех, так что. Ты выбирай. Поздно. Давай я сейчас гоняю в этот. Посмотрю, что за проекты Фусанга. Если что, я приду назад. О, мы там лидируем, оказывается. Так что я сейчас туда сгоняю. Ты можешь со мной туда сгонять. Погоди, пошли. Эй, ты покинул группу. Ну, я покинул группу, но сейчас... Я зашел в другую группу почему-то. А куда ну, ты короче, в проекты Фусанга. Проект Фусанга? Да-да-да. Там почему-то можно присоединиться только в соло. То есть там можно, видимо, только с этими, с рандомными напарниками играть. Ну, короче, давай где-нибудь встретимся, я не знаю, сейчас только там зажжем. Надо посмотреть, что это такое. Это, по-моему, единственное, что мы еще не посмотрели. А, ну еще надо к торговцам сходить. А мы сейчас как раз вернемся в этот, в Агарту. А, посмотрим этих торговцев, и потом еще посмотрим другие миры. Там же есть еще и другие телепорты. Ну, надеюсь. Или это если это все телепорты в Кингсмут, то нахер он сдался. Ой. Assemble. Ассемблер. Да, я бы тоже хотел его дезассемблировать. Добро пожаловать до в Чайну. До последнего нуля. Мне сказали, что добро пожаловать в Китай. Я сказал в Чайну. Еще мне надо делать. Так. Так, ну значит, если красненькая вон там, то я пойду в красненькую. Тут, это, видимо, типа сюжетная ПВП? Нет, тут надо оборонять, видимо, определенные точки, на которые могут совершаться нападения. Да, тут что-то типа ПВП. О, там сколько их. Ладно, я побежал к своим. К тем еще, к тем, которые защищены. Я надеюсь, тут парни есть? Да, это просто на оборону. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, сколько их. Воу-воу-воу-воу-воу. Фак, меня класс. Увидели? Их слишком много здесь. Кия! Я камикадзе! Вака, у меня глючит. Уже двое ливанулись. Вака глючит, я просто не могу, у меня 6 FPS, я не могу ничего сделать, меня задрючат сейчас. Да, меня задрючили, ну все понятно. Все понятно, что это такое, можно отсюда выходить спокойно. Так, все, я выхожу отсюда. А отсюда можно выйти я вообще? Я даже не успел новую билку попробовать. Не знаю, попробуй. Ну я вот сюда попробую. Зарелизить себя. Вот, можно выйти, да, отсюда. Просто выйти. Короче, не ходи туда, не надо. Это просто оборона против нападений противников. Да я уже, я уже увидел. То же самое ПВП, только еще хуже. Попробовали перенести эти режимы Battlefield'а в ПВП, вот и все. Сакс! О господи, как лагает. Ты попробовал как-то сюжетную историю, эту сюжетную миссию? Продвинуть сколько дальше. Же...
То есть ты запустил на директе, на 9-м директе, у тебя лагает больше, чем на 11-м? Да, причем реально намного. Охренеть. Ну все стоит тоже на ультра, но я не знаю почему. А у меня все стоит на лоу и лагает, капец. В общем, оптимизация просто уникальная, видимо, как обычно. Так, так, все, нахера я выхожу отсюда. Откуда? Из этого ПВП. Да, я и так давно надо было выйти. Я иду в город, если чё. Он на юго-западе. Нам нужно найти выживших Кингсмута, чтобы изучить больше о тумане. А, вот там, по-моему, был этот дилер. Дилер. Продавщец. Продавщец. Hello, my friend. Продавщец. Продавщец. Я думаю, тот, кто будет продавать эту игру, будет продавщицом. Это слово борщец, понимаешь? А ты куда идешь-то? В город? В смысле, куда в город? Мы и так в городе были. Ну, у шерифа. Вау, у меня заглючило все. Меня тут отглючило. Так, я не хотел никаких фейсбуков, вы о чем? Фейсбуки какие-то. Так, с ним не поговорить. Так, подожди, может просто надо расспросить кого-нибудь, поговорить с кем-нибудь? Вот здесь вот, например. Да, там подходишь к выжившим и можешь поговорить насчет тумана. Я с кем-то поговорил, там с одним или с двумя, и все. Так, тут с туманом нельзя, про туман нельзя поговорить. С туманом. А, вот наконец появились субтитры. О ней, о острове Соломона, о выживших, о секретном мире. С этим можно поговорить о леди Маргарет. Что-то я не вижу, с кем можно поговорить о тумане. То есть у тебя сейчас тьер 3 из 17? Второй из 17. Ну тебе все равно нужно поговорить с выжившими о тумане. Намасте. Да. А вот о тумане, да, можешь поговорить с ним. И вот с этим я с единственным поговорю. Faced with the elements, you gain a new appreciation and respect for nature. You come to accept how small and insignificant you truly are. Nature is neither good or evil. Just is. Окей. Ну, вроде наверху больше ни с кем нельзя поговорить. Так, нет, нет, не это. Хо. Ну, то есть недостаточно с одним поговорить, да? С остальных, у остальных больше никакой информации нельзя выйти. Выудить. Ну чё, погнали в Агарту? Давай. Что это такое было? Что за принятие позы буквы Т? Телепортинг. Не, ну, слезали бы с Диабла тогда уж, там, портальчики какие-нибудь бы сделали красивенькие. Чё ж какую-то букву Т делать? Такое чувство, что это... гейзером снизу тебя запустило. Вверх. И поддерживает. Хотя пофигу, какая разница? У этой игры отсюда ПВП. Так что все. Этой игре не жить. Ну чё, куда пойдем? Надо сначала. Можно в Египет и в Трансильванию. О, погнали в Трансильванию. Подожди, подожди, я хочу этих посмотреть, на этих чуваков. Ты где вообще? Вот тут. Вот он я. Я хочу посмотреть на продавцов. Покажи, где ты их увидел. О, девчонки, девчонки! Так, мы не из Лондона, по-моему, пришли. Ноу, да. Ноу, я сказал.
А надо еще сгонять в Лондон, наверное. А это, по-моему, все в Лондоне. Так, а это где в Нью... телепорт? Не-не-не, не в Нью-Йорк. Вправо, значит, нам надо. Нью-Йорк, Лондон и еще что-нибудь. Вот это, наверное, наш. Так, это тоже... Вот Сеул. А что-то мы в самом дерьмовом-то были. Так это ты выбрал! Я же говорил, давай погнали к Иллюминати. У них секс и наркотики есть. И Рокфеллер. Я тебе говорю, Рокфеллер там есть ты. Нет, и задроты. Там нам нужен... Нам нужен... А в Китае нет задротов, да? Ну, просто... А, нет, Сеул — это Корея. А там нету задротов, да? Ну, ты, конечно... Старкрафт это не существует, да? Ты же сам играл в Warcraft, ты же как будто не знаешь, да, что самые страшные задроты из Кореи. Ну так вот они пока задрачивают StarCraft и WoW, вот. А мы задрачиваемся в виртуальном Сеуле, да, в Secret World. Никто не хочет быть корейцем. Корейцы тоже не хотят быть корейцем. Это, конечно, сильное утверждение. Сейчас найдется какой-нибудь кореец из зрителей и скажет: я кореец? Ты не можешь так говорить? Сейчас найдется какой-нибудь школьник, который скажет, что: о, ты обосрал всех корейцев, ты пиаришься тогда. Ты пиаришь Россию путем обосрывания корейцев. Нет, у тебя ничего. Смотри, сколько корейцев и сколько россиян. Да, у тебя ничего не выйдет. У корейцев больше просмотров. Ну, больше просмотров, да. У корейцев больше человек на квадратный метр. Они добились всего, а ты чего добился? Давай. У тебя всего 25 FPS во время загрузки, а у них целый охрененный скорость. Скорее, Рейджер, скорее, тут статья Уголовного кодекса, мимо которой нельзя пройти. Я бегу, где она? Вот здесь она ушла, и статья исчезла сразу. Она убежала, она была в таком я понял. Прекрасном платье. Я вижу. Судя Подожди, платье, по-моему, в юбке и футболке. Нет, да? Вот на ней было разноцветное платье. Так, где ты увидел этого продавца? Ну-ка, покеш. Блин. Так. Что-то у меня карта вся какая-то смазанная дико. Помнишь, где этот находится место, где выбирать оружие? Вот Weapons Trafficker вижу. Compound Trafficker на карте. Impound Trafficker, Weapons Trafficker. Вот Men's Modern Fashion я нашел. Надо налево бежать. А, вот где-то здесь. Ой, я нашел. Men's Modern Fashion. Не-не-не. А, нашел? Нет, подожди. Вот смотри, тоже продавцы какие-то. Dual Pistols, Assault Rifle. Да-да-да, сейчас, подожди, я прибегу. Поверни камеру, кретин. Я мышь. Нет, мышь не кретин, мышь кретин. Так, подожди, ты где? Ты где? Как ты туда попал? Мне, видимо, надо спуститься, да-да-да. Спустился вниз. О, да тут народ стоит. Ну там, где стоит народ, значит, что-то есть. Парни, да вы обкуренные? О, тут есть амброзия. Давай купим амброзии. Бай. А что я могу заселить? Ну вот, например, вот это. Сел. Я сказал сел. Винтовка не хочет... А, ну винтовку нельзя заселить. Сел. Репер, ничего реперить не надо. Ну этот продает наркоту. Вон там винтовки продает. Здесь вообще какие-то. Здесь вообще какие-то кубики, карточки, шары. И монетки. Пепел даже. Да господи. Вот. О, вот это нихера себе центр. Это вообще что за монеты такие? У меня таких нету. Хз. А, вот они есть. Да, у меня 3 штуки. Нихера себе, это сколько надо копить, чтобы купить что-то нормальное? Очень-очень-очень долго. Вот я, есть то, что я могу купить. Ну, видимо, 8 вот этих золотых, это 100 вот этих серебряных, или 10. Потому что что-то я могу купить, что стоит 33 серебряника.
Ну-ка, если я куплю... Нет, что-то еще можно купить, можно. А как-то сравнить можно? Очленить. А, вот можно сравнить. О, тут есть пустой слот для глифа. Чё-то я не понимаю. Я не могу купить эту... Вот у меня все, что отмечено, все, что я не могу купить, оно красненьким отмечено. Или это отмечено то, что я не могу носить? Я вот этого не понял. Я не знаю. Ну вот. То, что зеленое, это, видимо, то, что я могу носить, а цена тут, рядышком, она красная отмечена, если у меня столько денег нету. Господи, ни хера себе тут какие деньги. А ты куда зашел? В дожонг. Я понадеялся, что можно будет изменить оружие. Погнали это к чаепитию, на чаепитие какой-нибудь сбегаем. Ну, в Лондон, в смысле. О, нормально. Чё? Чё там, я взял там винтовку и сейчас выхожу. Зачем, спрашивается, мне покупать ее за 33 чего-то там, когда я мог взять там, её на халяву в дожонге? Там винтовка лучше, чем... Чем вот у меня, например, допустим. Там есть пустой слот. Ну, короче, грубо говоря, сокет. И этот. И урон побольше. Мне эта винтовка вообще херня, выпала. Херня, наконец-то я смогу стрелять хоть тем, что я там этот прокачивал. Не, на самом деле винтовка хрень какая-то. А то есть ты прокачал для винтовки, но бил не винтовкой, да? Ну это просто... Да, я прокачал для винтовки, потому что думал, что ее купить где-нибудь можно будет, а бил-то все время не винтовкой. Я тебя поэтому и жалуюсь, что меня убивают, я убить не могу никого. Так я тебе говорю, сходи в этот, забери винтовку назад. Ну все, у тебя есть еще 9 часов, чтобы показать всем Кузькину мать. Винтовкой. Знаешь, так взял винтовку, вот, мать Кузьмы. Смотрите на нее. И не спрашивайте, почему Кузьма такой. Бедный Кузя. За что с ним? Ты, главное, не дулом хоть показывай, а то оставишь Кузю с сиротой. Ведь папа Кузя, ну ты помнишь, 65-го он наступил, поскользнулся на шифере и проломил себе череп об чайник. Это была глупая смерть. Папа Кузи. Мы всегда будем помнить эту чайниковую... Чайниковое подыхание. Нет, я не хочу. Не хочу я в Нью-Йорк. Нью-Йорк отстой. Лондон, вот Лондон зашибись. Ну, по сравнению с... Я поехал в Лондон. Я посмотрю, как там эти... Лондон еще хуже Сеула судя по картинке. Давай потом в Трансильванию сгоняем. Еще. А, нет, я единственное, что вижу от Лондона, это то, что телефон здесь есть. Пойдем потом в Трансильванию. Да. А что там еще есть, кроме Трансильвании? Египет. И еще. Так, Новая Англия, Кингсмут, Новая Англия, Саваш Кост, Новая Англия, Голубая гора, Египет. На Голубой горе закончим. Пустыня, Египет. Египет, город солнечного бога, Трансильвания. А, не вижу, у меня тут все сливается. Подожди, там что-то какой-то список есть? Да. Надо потом посмотреть. В Трансильвании, короче, 3 локации. А я в Лондон пошел. Иди в Нью-Йорк, сходи. Скажи, как там эти бургероголовые живут. А я схожу к чаепитчикам. Правда, загружается капец как долго. Намного дольше, чем Агарта. Голубая гора. Голубая гора. Голубая. Голубая. Опасно, опасно, мы разделились, это очень опасно. Я зашел на крамовникам домой, и меня могут здесь уничтожить и. О. What the fuck? Мне дают постоянно какие-то ачивки. Ачивки, за что ачивки? Стальные яйца, приди в город чужой и не умирай. Так, ну ладно, понятно. Не знаю, за что. Может. А за чипки, наверное, на экспу дают. О,
ну, в Лондоне все как в Hellgate London, только более красиво. Играл в Hellgate London? Видел, как играют минуты 3, и мне не понравилось. Я играл примерно часа 2 и чуть не вынес себе мозг. Я еще тогда не знал о фейспалме, но догадывался. Тут какие-то бабы страшные. Игра подтолкнула тебя. Да. Тут какие-то бабы страшные. Я встретил уже одну, и мне хочется застрелить себе. Вот еще одна. И она еще страшнее прежней. Нью-Йорк похож на GTA. Ууу, слушай, а Лондон крутой. Нью-Йорк похож на GTA? Че, серьезно? Ну похож на Нью-Йорк. Лондон похож на Лондон. Ну или на что-нибудь английское. Ну здесь мост этот, уходящий в бесконечность, ни на чем не висящий. Отлично. Я зашел на темную сторону. Все. Надо я сейчас. Я не вижу никого. Надо сейчас. Ну, это. Дарт Вейдер. Я понял. Что ты не чай пьешь. Кстати, да, чай, блин, чая нет под рукой. Печалька. Я. Пенсикадевалд. Тут они даже говорят с английским акцентом, ну или с ирландским. О, подожди, я сейчас кого-нибудь ограблю, тут можно куда-то по лесам забраться. Что-то Нью-Йорк вообще какая-то херня. Да, Лондон прикольно тут... Все огорожено. Ну да, как обычно, видимо, просто там Хиллари Клинтон опять зажгла. О-о-о. Вау-вау-вау-вау. Ну, ребята, я хочу прыгнуть туда. Почему мне туда не разрешают прыгнуть? Я подошел к первой попавшейся бабе, мне сказали, what's up? What's up? Yo, man! Короче, я хочу в Агат. 10 баксов, саки-саки. Эй, солдатик, 10 баксов. Главное здесь не заблудиться. О, тут канализации есть. Охренеть, тут есть канализации. И то, и пятое. Не, Лондон намного больше, чем Сеул. Ну, судя так, по ощущениям. Судя по ощущениям, судя по тому, что я увидел. А, господи, где тут выход? Да портанись, так проще. Хотя я нашел назад путь. Нет, так делают только рейджеры. Так. Я должен найти знакомую улицу, я хорошо ориентируюсь в пространстве. Мать твою, еще и машины есть. Тут есть машины, я буду прыгать на них. Я вандал. Я вандал. Так, дайте мне баскетбольный мячик, скорее. Скорее. Машины детализированы просто охренительно. Вы просто посмотрите, посмотрите. Это просто охренеть, я круче не видел. Какой там Гран-Туризмо, какая там Forza Motorsport, какой там Need for Speed, вы о чем? Вот оно счастье. Я хочу на них покататься. Почему нельзя угнать машину и отмудохать кого-нибудь по харе? Я очень хочу, чтобы это случилось. О, тут можно купить крови? А, это талисманы все различные. Можно купить монетки. А как купить-то? А вот. Не хочу в голубую гору. Там страшная голубая картинка. Голубая гора. А вот, я, по-моему, нашел выход. Да, сейчас я вернусь. Тут какие-то еще развилки. А ты пробовал путешествовать по этой? А, по этим? По дереву? А, вот да. Блин, я, похоже, заблудился. Я использую простой выход. А я не могу ей пользоваться еще 13 минут, прикинь? Возвращение в город. Так что я в полной жопе. Так, мне нужно найти. Так, я потерялся, господи. Да что за херня? Я, может, прошу, где у людей выход? Короче, это самый ужасный отстой. Я сейчас... Плыву по этому древу, и куда бы я ни пребывал, я все время попадаю на Blue Mountain State. Это явный намек. Нет. Нет. А.
Я не понял. Скоты замуровали демоны. Так, у меня же есть большая карта, что это я паникую-то? What the fuck? Тут не нарисовано. Ой, Египет вообще на другом дереве. Слушай, я отсюда не вернусь, похоже. Мне, похоже, придется застрять в Лондоне. Я реально не знаю, как отсюда выйти. Я не помню, как я сюда пришел. И у меня все заглючило сейчас. Да, и игра вылетела, похоже. Да, игра у меня вылетела. Класс, я походу не могу заходить в Египет. Ну жди, пока я зайду назад.